окном лазурь, а с глянцевых страниц так манит гламур. Ночью он придет, скажет ей лямур, и в их квартирке на Лесной уютно и тепло, и все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио, и он в общем не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Так за годом год, за зимой зима.